2020 года, и, наверное, все это приближается, оптимизация, реорганизация. Я так думаю, что в Шадринском районе был комитет, и там было принято решение большинством голосов за оптимизацию вынесенную на сессию. Как вы относитесь к вот этому вопросу оптимизации и реорганизации в Назаровском районе Сербанис? Какое влияние КРБ номер один ЦРБ? Вы имеете мое личное мнение и отношение? В чем будут плюсы с вашей стороны? В чем будут, если они есть у вас, минусы, по вашему мнению? Ну, вы, тем более, работник медицинской сферы, вы прекрасно знаете обстоятельства и те насущные проблемы, которые возникали, возникают и сейчас стоят остро у жителей нашего района. Если на сегодняшний день говорить о том, что нужна нам реорганизация и слияние с городской больницей, нашей районной больницей, то мое мнение однозначно, это надо, это мнение жителей, это возможность получить более доступность оказания медицинских услуг, самое главное, узкими специалистами. Если говорить честно, давайте так, в каком населенном пункте нашего района есть аппарат УЗИ? У вас только. Есть флюорография? Нет, есть отличные договорные отношения, каждый месяц выезжают. Но теперь давайте мы все-таки исходить из того, что вы спросили мое личное мнение, я свое мнение говорю, которое я и буду отстаивать и говорю сейчас. Вот сколько с жителями разговариваем, встречаемся на едином для села, на сходах, везде они единодушно говорят о том, что необходима реорганизация и объединение, слияние двух больниц, городской и районной, чтобы не чувствовать себя на сегодняшний день людьми, извините за выражение, но это их выражение, людьми второго сорта. Потому что возможность попасть в город специалисту, который необходим, это невозможно. На сегодняшний, до этого было. Вот сейчас вот с мертвой точки это сдвинулось. Уже на протяжении 6-7 месяцев по договоренности с главврачом города Милицыным, он взял на свой контроль прием наших жителей. Не так, что вот определенный день, тот, который установила городская больница, да, а именно целенаправленно приезжают с каждой территории. Потому что тот день, когда узкий специалист принимает, не каждая территория может приехать житель на автобусе. Потому что у нас есть четкий порядок маршрута автобусов. Вы спросили мое личное мнение, я вам ответил. Я только за. Спасибо, Антон Александрович. Уважаемые.